Настя, пусть щелкопряд выйдет из лобби. Выйдет из лобби? Из боя. Ну, типа, я думаю, сразу же не стоит нажимать. Там каждый по разному нажимает крест. 500 hours later. Чё, всё? Да-да-да. Welcome to the stage of history retold. Бой завершён, возврат в комнату. Серьёзно, да? Да. Ну это шелкопряд, блядь. Ты чё, нахуй? Убери куклу Вуду, будь так добр. Походу, мои наушники тоже скоро... Сука, я забыл закинуть машинку на фишку. Я вообще вас не слышу, нихуя. Я не слышу только шелкопряда. Ну, совсем? Ну, не совсем, я тебя слышу шепотом, но... У кого-то там плойка летает, прям в космос улетает. Спасибо. Это мое. А так вообще я в Саукале буду практически без звука играть, чтобы слышать всех. Ну я просто на другой жесток не дошел, то есть и потом по-другому звуку. Возможно. Поэтому если я там не отвечаю на твой вопрос, это не значит, что я тебя игнорю. Значит, что я тебя не слышу. Наконец-то. Я назад захват. Ну тоже неплохо. Ну да. Штуку сделать не сработал. Все, ладно, пацаны, пойду я баньку. Ну-ка, свой, я реванш. Реванш. Реванш? Я тебе реванш.